Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить картофельные драники. Для приготовления картофельных драников нам потребуются следующие ингредиенты. 4-5 крупных картофелин, 1 яйцо, соль, растительное масло. Чтобы приготовить драники, необходимо промытый картофель очистить, еще раз промыть и натереть на мелкой терке. У натертой массы образуется жидкость, несколько ложек которой необходимо слить. Картофельную массу посолить. Сюда же вбить яйцо и тщательно перемешать. Теперь будем жарить драники. На сковороду с хорошо разогретым растительным маслом выложить ложкой картофельную массу. Стараться формировать не очень толстые оладьи. Пожарить драники сначала с одной стороны, затем перевернуть и пожарить с другой стороны. Крышкой не накрывать. Наши драники готовы. Подавать картофельные драники горячими, со сметаной или кефиром. Попробуйте приготовить их и вы. Жду ваши отзывы и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.